За эти годы действительно у нас побывали выдающиеся мастера, потрясающие музыканты. Но и публика наша помолодела очень серьезно. И я говорю, что один из главных участников нашего фестиваля – это вы. Потому что мы играем для вас. Мы играем не на публику, а для публики. Потому что я всегда говорю, где бы я ни играл. Вот недавно, буквально 2 дня назад в Лондоне, ко мне подошла одна женщина, сказала, что из Иркутска, она автоматически стала моей родственницей. То есть, ну, я не разделяю здесь свои и чужие, абсолютно все свои. И когда стюардесса в самолете говорит, что наш самолет через 20 минут совершит посадку в городе Иркутске, я становлюсь самым счастливым человеком на свете. И также, когда последний заход солнца перед отъездом, и вот ничего не поменялось, как было 25-6 лет назад, мне хотелось сбежать куда-нибудь, убежать, чтобы придумать какую-нибудь причину, чтобы не лететь из Иркутска, потому что здесь все самое лучшее, здесь самый лучший воздух, самые красивые девушки, здесь самая вкусная еда и вообще все, понимаете? Для меня это момент счастья. Вы многие об этом знаете. И наш фестиваль сегодня открывается удивительной историей в очередной раз. Понимаете, третий раз к нам приехал Юрий Хайтович Тимирканов с заслуженным коллективом Санкт-Петербургской филармонии. Это легендарно. Это один из самых легендарных оркестров и маэстро, один из последних магикан великой русской мусинской дирижерской школы. Для нас большая честь, что он любит наш город, любит наш Байкал, нашу публику. Потому что, поверьте, этот оркестр практически не гастролирует по России, но он востребован в самых лучших залах мира. Можно омуль с собой взять, сказал Зубин Мэтта. Я говорю, ну испортится, он его в самолете съел, его любимые пельмени, в общем, столько трогательных историй можно вспомнить за наши фестивальные дни. Я очень рад, что мы начинаем добрый путь фестивалю. Спасибо большое.